глубине лесов, где тишина. Человек становится охотником. Взгляд остр. Слух напряжен. Каждое движение – шаг к выживанию. Здесь, среди диких зверей и шепота листвы, он обретает истинную свободу. В его руках оружие, а перед глазами цель. Охота – это древний ритуал. Это борьба за жизнь. Но где-то далеко, за пределами лесов, в бесконечных рядах заводов, кипит другая жизнь. Там, где машины и конвейеры, еда производится в массовых масштабах. Старые традиции стираются, заменяются новыми, удобными. Но что мы теряем в этой гонке за удобством? Где пропадает тот первобытный зов? Зов дикого. Зов свободного. Природа дарит нам уроки, которые нельзя забывать. Охота – это не только способ выживания. Это искусство. Это связь с нашими предками. Так что же выбрать? Путь лесного охотника или путь заводского работника? Ответ где-то там, в глубине души, где живет первобытный инстинкт. Прислушайтесь к себе. Почувствуйте зов природы. Ведь настоящий вкус жизни познается только на грани выживания. Внутри каждого из нас живет искра, готовая разгореться в яркий пламень. Природа учит нас силе, терпению и мудрости. Каждый шаг по земле, каждый вздох свежего воздуха напоминает нам о том, что мы часть великой системы, живой и гармоничной. Жизнь в гармонии с природой наполняет нас энергией и радостью. Она учит нас ценить каждый момент, видеть красоту в простом и находить силу в трудностях. Природа дарит нам уверенность, что мы можем преодолеть любые испытания и найти путь даже в самых темных временах. Пусть наши сердца будут открыты для чудес природы. Пусть каждый из нас найдет свой путь к гармонии и миру. Ведь истинная сила и красота жизни заключаются в единстве с природой, в умении ценить ее дары и сохранять ее для будущих поколений.